комбинации рядом с сетками, да? Давайте все-таки инструмент прикупим. Гений, собственно говоря, не зря ли я деньги трачу, а? Вот, дуванчики там в клетках сидят. Дуванчики. Так, используем. Это получается бомбища, бомбическая, разноцветная, 13 ходов. Я сейчас уберу вот эту вот фишку и соберу сейчас разноцветную, двухцветную бомбо-ракетную фигню. Остался один одуванчик. Нужно заменить пару досок и придумать что-то с водонепроницаемостью. Да какие пару? Тут явно он три доски, и тут куча-то. Так ты сможешь его починить? Лилс, ты серьезно? Это же моя работа, забыла? Просто реши, в каком стиле хочешь оформить пирс. Ну, в таком и продолжаем. Регина смотрится просто отлично. Вот и былое великолепие. Былое великолепие? Откуда ты... Эй, Лили, можно тебя на секунду? Да, конечно. Поговорить с Люком. Так, ладно. Награда. Все эти разговоры давайте на потом оставим. Пока мы вместе не разосрались. Иначе опыт показывает, что разговоры не всегда приводят.
особенно. Но есть же поговорка: разговор на эту тему портит нервную систему. Эй, мертвые листья, видите эти грабли? Ага, вы все правильно поняли. Вам кранты. Пора, унылая пора ночей очарований. А грабли такие, как видим, 10 минут спустя. Не, ну тут для листьев нормально. Бум! Я словно возрождаю это место. А вместе с ним и свою жизнь. Так.